Ну что ж, друзья, всем привет, и это, как всегда, я, профессионал Саня. И в этом видео я снимаю видео по страшной карте Sleepwalker. Я не знаю, на самом деле, что он из себя представляет, ведь эта карта вышла 10 часов назад. Вы представьте, 10 часов. Почитав информацию о нем, там было написано то, что это некий психологический хоррор. Я не знаю, что это, но let's go начинать. Ух ты ж. Здесь получается канализация или бункер? Не знаю, давайте посмотрим. Здесь закрыто. Хорошо, я не могу здесь сюда пройти. А, это завод. Хорошо, я понял. Ну, пока что я не боюсь. Ну да, я был прав. Это не так уж страшно. Что это за книжка? Обязательно использовать Optifine. Вроде бы все. Куда мне дальше? Сюда? Да. Поехали. Немножко напоминает Poppy Playtime, если честно. Там тоже завод был. Я, наверное, играю роль подростка, который просто паркурит на заброшке. Начать карту. Поехали. 3, 2, 1. Ой-ой-ой, где я? Тут страшная музыка. Я не знаю. Темно. А вот это уже добавляет страху. Кровь. Меня это напрягает. Где я? Подождите. Тут еще, согласитесь, очень темно. Не знаю, как вам, но я сижу в наушниках, мне громко очень. Куда я иду? Здесь темно, ничего не видно. Ой, где я? Ой-ой-ой. Я просто в лесу. Я просто в лесу. Мне, наверное, надо вперед. Ой-ой-ой. Словно каждый день вижу один и тот же сон. Вижу тот день, когда я только приехал сюда. Снова эти кошмары. Да когда же они закончатся? Ну, кошмары мне не нравятся. Из них совсем не могу лечь спать. На кухне, кстати, лежат таблетки. Стоит их принять. Ага, хорошо, у меня есть кубик Рубик. Я бы хотел его Извините, я больше не буду так делать. Темно здесь, согласитесь. Мне нужно сходить на кухню, ведь там есть таблетки. И дом у меня довольно просторный, богатый. Котик, привет. И где же находится кухня? В моем богатейшем доме. Это... пентхаус. Я не люблю, когда темно. Вот честно. Вот и таблетки, которые мой персонаж должен предпринять. Ага. Все, я выпил банку с таблетками, и теперь чувствую себя немножко лучше. Снова надо спать. Так как кажется, в этой комнате что-то изменилось. Мне так показалось. Разве? Кажется, что что-то показалось. А что? А, нет, кажется, что что-то изменилось. А что здесь могло измениться? Что здесь могло измениться? Подождите. Надо было смотреть. Я хочу теперь осмотреть весь дом. А, книжка. Ежедневник. Первый день, когда я только приехал в это место, оно окутало мое сознание загадками. Словно этот дом скрывает что-то от чужих взглядов. От входа в подвал веяло темной аурой. Я будто ощущал, чувствовал, что это не просто подвал в моем доме, а что-то нечто большое. Так оно и было. За ящиком, что помечен красным, есть то, что ты ищешь. Но только не забудь ключ. К сожалению, я не помню, где оставил ключ. Скорее всего, около телевизора на столе. Около телевизора на столе? А это не телевизор?
Это не телевизор. Ой-ой-ой. Кот? Котик. А ты куда? Арбузик скушал, да ну. Мой арбузик съел. А, вот и ключ, кстати. Котик, давай сейчас тебе по жопе дадим за то, что ты такой... Он совредный. А ну иди. Ах он, черт, закрылся. Так, а куда мне нужно? Мне нужно в подвал идти. А, для начала же мне поспать надо, точняк. А вот уже потом, думаю, пойду в подвал. Боже мой, что это? Где моя комната? Все-таки не стоило так много принимать таблеток. Стоп. Это тоже кот проделал? Он и мой арбуз хавал. И... С комнаты что-то натворил. Натворил. Но... Подождите, а где выход? Мне что, только вперед? Ладно. Так уж и быть. Страшно, что где-то из угла кто-то на меня выскочит. Очень страшно. Факел, освещающий небольшую часть комнаты, точнее коридора. Из той двери доносятся странные звуки, подождите. А, нет. Хотя, может, эти звуки меня просто манили и ушли вдаль. Я хочу это узнать. Я хочу узнать, что за звуки меня сюда манят. Вот, опять слышали? Это ж погромче сделаю. Не знаю, повторится ли этот звук или нет. Стоп. Что это? Это ведь реально не моя комната? Где мой роскошный пентхаус? Да ну нет, это прикол. Крыша обвалилась. И куда мне дальше идти? Ладно. Давайте почитаем потрёпанный дневник. Мраки ночи, когда звезды молчат, тайна скрыта за толстой стеной. Между светом и тьмой таятся ответы, а путь к ним лежит через железный узор. Путь перекрыт деревянной преградой, ломай ее быстрее, жди, в покой беги, ведь он уже за тобой. Так, так, так. Этого здесь не было. Кто-то... Если бы я здесь стоял, в меня бы попал топор и... Прям в голову. Ужас. Ничего себе, конечно. А, так, давайте посчитаем, что в дневнике написано. Деревянная преграда. Толстая стена. Между светом и тьмой. Здесь, что ли? А может, это деревянная преграда? А, да! Я на свободе? Вроде да. Подождите. Это место опять изменилось? Я же здесь был в самом начале. Нет, даже несмотря на это, оно тоже изменено. Почему мой дом... Сейчас такой изменчивый. Еще наверх можно, ну, кстати, дверь. И дверь куда-то ведет. А я мог наверх подняться, ну... Кто меня тянул сюда? Эх, ладно. Только вперед идти. Ай-яй-яй-яй-яй. Не точно сюда. Проход закрыт. Ладно, обратно. Я сейчас испугался. Как будто я подумал, что... Подождите. Стоп, что? А где выход, собственно?
Да ну нет, ну почему ты там стоишь? Почему ты там стоишь? Мне по-любому нужно к нему. Ладно, может спрошу хоть, как отсюда уйти? А что? Это был всего лишь сон? Эти кошмары меня до сих пор мучают, ведь столько времени прошло с того времени переезда. Черт, я поспал. Нужно собираться на работу. Где мой дневник? Теперь моя цель — это поиск дневника. Ну вот дневник, я же его вроде бы уже брал. А вот и он, теперь можно идти. А, в нем ничего не написано, ладно. Скорее всего, у меня на выход. А он где, собственно? Вот, вот и выход. Голова или что это? Да ну нет! Ух! Подождите, вот я и прошел эту карту. А, так. Что ж, так, ну вот, я прошел эту карту, и мне нужно переосмыслить все и понять, в чем была суть вообще этой карты. В самом начале было написано. Так, во-первых, арбуз, пока. Смотрите, что я могу сказать. Это был психологический хоррор, то есть... Из того, что мой персонаж во сне видел некие кошмары, в дне ему там показывались галлюцинации, как я понял, это сюжет из жизни какого-то там психопата или психически больного. Не знаю. И мы можем заметить, то, что это конец, и... Можно следить за выходом новых карт. Я на этот паблик подпишусь. И ссылку на этот паблик оставлю в комментариях. Возможно, но я не знаю даже. Может, и будет и продолжение. Ведь, ну, как бы не совсем понятно вообще суть этой карты. Что ж. Пишите свои мнения в комментариях, как вам эта карта. Поняли ли вы смысл? А если поняли, то напишите, как вы ее поняли. Давайте, друзья, всем пока!